Добрый день, сейчас вам покажу жилеты Экстра Швейцария. Так, вот такой жилет Кат, так, размерчик. Да, размерчик XL, утеплен синтепоном. Так, такой жилет, тоненький, размерчик 2XL. Такой жилет, капюшон отстегивается, утеплен синтепоном, H&M, размерчик 40. Такой жилет, внутри флисовый, размерчик XL, дополнительно не утеплен. Такой жилет, немножко утеплен, но достаточно тоненький, размерчик L. Так, вот такой жилет. Так, немного утеплен синтепоном, размерчик. Так, размер S. Такой жилет, тоненький, неутепленный, размерчик. Так, не указан, примерно XL. Такой жилет, неутепленный, размерчик 44. Такой жилет, тоненький, размерчик 2XL. Такой жилет немного утеплен синтепоном, размерчик 40. Такой жилет немного утеплен синтепоном. Так, он идет двухсторонний. Такой внутри бежевый. Размерчик примерно М-ка. Такой жилет. Так, немного утеплен. Размерчик 44. Такой жилет неутепленный. Тонкий, размерчик S. Такой жилет немного утеплен синтепоном. Размерчик XL. Станет хороший. Такой жилет, так, он на пуху, размерчик М, станет хороший. Так, такой жилет на синтепоне, H&M, 42 размер. Такой жилет, так, немного утеплен, размерчик XL. Такой жилет, так, XL, немножко утеплен синтепоном, он такой достаточно тоненький. Такой жилет, так, немножко утеплен, но тоненький, размерчик М. Такой жилет не утепленный, так, у него отсутствует язычок на молнии, размерчик L. Так, такой жилет, так, он идет двухсторонний, но с другой стороны идет такой, так, он не утепленный. Размер примерно XL. Так, такой жилет. Совсем немножечко утеплен, но тоненький очень. Размерчик L. Так, такой жилет. Так, утеплен синтепоном. Размерчик S. Такой жилет. Так, размерчик XL. Немного утеплен синтепоном. Такой жилет, тоненький, размерчик XL. Так, такой жилет, так, на пуху, размерчик, так, размерчик M. Так, такой жилет, здесь получается он идет липучки, такой он идет. Так, размер 40. Так. Честно, для чего не знаю. Так, такой жилет на синтепоне. Размерчик XL. Тут, ну тут даже больше, тут, наверное, 3XL. Так, такой жилет. Он идет на липучке. Такой внутри. Размерчик М. Капюшон тоже на липучке отклеивается.
такой жилет. Так, на пуху. Размерчик у него 44. Так, такой жилет тоненький. Так, размер примерно L-ка, XL-ка. Такой жилет. Так, утеплен синтепоном. Так, размер примерно XL. Такой жилет. М-ка, утеплен синтепоном. Такой жилет. Так, Tommy Hilfiger, размерчик S. Так, пятна на синтепоне он. Такой жилет. Внутри флисовый. Размерчик М. Такой жилет. Капюшончик спрятан. Размерчик L. Утеплен синтепоном. Такой жилет неутепленный, тоненький. Размер примерно L-ка. Такой жилет тоже неутепленный. Так, размер примерно XL. Такой жилет, капюшон отстегивается немного, утеплен синтепоном. Размерчик L. Такой жилет утеплен синтепоном. Размерчик XL. Так, вот такой жилет. Так, немножечко утеплен, все тоненький такой. Так, размерчик примерно L-ка. Такой жилет, так, утеплен синтепоном. Размерчик примерно S. Спасибо за внимание.